Смотрите, какие обалденные товары вы увидите в этом видео. И как всегда, в конце ролика будет ваш любимый конкурс. Поехали! Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. Зима уже близко. Эту прекрасную погоду любят как дети, так и взрослые. Но у зимы есть свои минусы. Например, холод. Чтобы вам было комфортно при зимних морозах, я сделал для вас подборочку зимних товаров с сайта AliExpress. Думаю, они вам пригодятся. Обязательно пользуйтесь кэшбэком, чтобы вернуть себе часть денег с покупки. И по традиции, для тех, кто досмотрит видео до конца, смогут принять участие в конкурсе с прикольным призом. Все ссылочки на товары и на видео, как пользоваться кэшбэком, есть в описании под роликом. Приятного просмотра! Начнем мы с мужского термокомплекта, сделанного с потрясающе мягкого и приятного для тела материала с уникальными свойствами. Благодаря использованию специального термополиэстера с начесом на внутренней поверхности, оно отлично сохраняет тепло, отводит влагу и позволяет коже свободно дышать. Может использоваться при любых температурах окружающей среды. Подходит как для активных видов спорта, так и для малоподвижной деятельности. Подходит на каждый день, идеально для альпинизма, горнолыжного спорта, мотоспорта, велоспорта, охоты. Высокая степень износостойкости. Не вытягивается, не кашлатится, сохраняет первоначальный цвет и форму после множества стирок. Новогодняя гирлянда – отличный вариант декора для праздника, да и не только на Новый год. Ведь такая гирлянда способна украшать квартиру и дом на протяжении всего года. Целых 7 метров светящейся красоты из 50 цветков способны украсить как праздничный стол, так и двери, окна и кровать. Ведь такая гирлянда не зависит от электричества, поэтому хоть панель прибора в машине можете ею украсить. Ледоходы для обуви – это специальные насадки на обувь из морозоустойчивой резины, которые предотвращают скольжение на льду. Как известно, падение зимой в гололед может привести к множеству серьезных последствий, начиная от вывихов и переломов и заканчивая травмами позвоночника. Антискользящие накладки эффективно предотвращают падение в гололед и берегут ваше здоровье. Внешне антигололедные накладки представляют собой эластичную подошву, оснащенную шипами. Резина не теряет своих свойств даже при очень сильном морозе, а износостойкие шипы прослужат вам не одну зиму. Теплые ветрозащитные чехлы на ручке руля позволяют сохранить тепло даже в самую ненастную погоду. Ваши пальцы не замерзнут и не промокнут, а это очень важно, так как плохая подвижность замерзших рук напрямую влияет на безопасность вождения мотоциклом. Чехлы универсальные и могут устанавливаться на любой велосипед или мотоцикл. Изделие легко одевается на руль, а при необходимости его также легко можно снять. Новогодние маски головы коня, голубя, единорога и не только, сделаны из мягкого латекса и искусственного меха. Лошадиная голова стала символом анонимности и юмора в интернете. Особенно популярной она стала, как и множество других вещей, в Японии. Волна популярности накрыла лошадиную голову, когда появилась эта фотография. Сделанный обзор человека-коня с испуганным котиком на руках на рыболовецком судне заставил людей по всему миру пересылать друг другу эту картинку. Возможно, это самая странная маска, которую вы когда-либо надевали. Позволяет почувствовать себя конем или лошадью. Подходит для головы любого размера. Будьте осторожны с маской, если у вас аллергия на латекс. Автомобильные чехлы с подогревом идеально подойдут для любого автомобиля, позволив вам использовать систему электрического обогрева сидений зимой. Накидка быстро нагревается по всей плоскости. Встроенный термостат быстро и безопасно нагреет накидку. При помощи адаптера накидки подключается к автомобильному прикуривателю 12 вольт. Управление накидкой происходит через пульт, поэтому не нужно каждый раз вынимать адаптер из прикуривателя, когда вы захотите выключить накидку. Поверхность накидки легко чистится, а материал, из которого она сделана, имеет высокую устойчивость к повреждениям. Встроенная защита от перегрева отключит накидку в непредвиденных случаях. Ручная портативная кофеварка для эспрессо. То идеальное портативное устройство, которое поможет вам насладиться любимым напитком даже в очень экстремальных ситуациях. Универсальная кофемашина позволяет использовать любой кофе, что только пополняет список преимуществ карманной эспрессо-машины, ведь вы сможете пробовать наиболее разные виды кофе в любой момент и в любой местности. Такой аппарат подарит возможность наслаждаться ароматным кофе не только дома, но и в офисе или в дороге, что очень порадует настоящего ценителя кофе. Одеяло с подогревом. На самом деле очень удобная и полезная вещь в доме, на даче, в квартире или даже в походе. Незаменимы прохладные межсезонные или зимние ночи. Одеяло обогревает всю постель мягким и приятным теплом.
Одеяло имеет два режима подогрева и при этом очень экономные. Работает такое изделие предельно просто. Достаточно включить его в электрическую сеть и с помощью регулятора настроить определенную температуру. Для удобства в использовании производителями предусмотрено несколько режимов нагрева. Доказано, что тепло благотворно действует на кровоснабжение и таким образом способствует клеточной активности организма. Компактная и легкая каталитическая грелка подарит вам столь нужное тепло в совершенно любой ситуации. Отлично подойдет для того, чтобы согреть руки, высушить или прогреть перчатки или обувь. Помещенная в карманы пара горелок спасет руки от дискомфорта и обморожения при экстремальных морозах. Переложив грелку в спальник ближе к ногам на ночь, комфортный и теплый сон вам обеспечен. Грелка использует для работы экологически безопасный процесс окисления и обеспечивает непрерывное выделение тепла без огня в пределах 12 часов. Пары бензина и резервуара проходят через каталитический патрон, где окисляется кислородом воздуха, сгорают без пламени, на поверхности разогретого катализатора. Муфта для рыбаков и охотников обеспечит комфортную охоту или рыбалку даже в лютый мороз. Отличная альтернатива обычным перчаткам или рукавицам, также может использоваться в дополнение к перчаткам. Изготовлена по специальной технологии Arctic Shield, позволяющей сохранить до 90% человеческого тепла. Муфта удобно крепится на шее, оснащена регулируемым по длине ремнем, а поэтому это универсальное решение для пользователей разного роста и телосложения. Отверстия для рук имеют эластичный край, благодаря чему плотно фиксируется вокруг запястья и не пропускает внутрь холодный воздух. Bioneis – аппарат для лечения насморка и аллергии, является абсолютно новой технологией в медицине, которая использует метод фототерапии для лечения симптомов аллергического ринита. Можно использовать длительное время, не вызывает побочных эффектов. Используя технологию узкого диапазона, этот противовоспалитель эффективно лечит симптомы ринита – чихание, выделение жидкости из носа, заложенность носа, головные боли и слезоточение. Быстро снимает симптомы аллергии, снижает чувствительность к возбудителям. Сначала рекомендуется использовать 3-4 раза в день в течение нескольких дней. В дальнейшем количество сеансов в день может быть снижено до 2-3. Во многих случаях одного сеанса в день вполне достаточно. Гамаши фонарики для защиты ног от снега. Отлично защищают туристическую обувь и трекинговые штаны от грязи, снега и песка. Также предотвращают от попадания этих субстанций внутрь обуви. Гетры плотно облегают ботинок, крепятся спереди на молнию, защищенную полосу с крепкими липучками велкро и стальной крючок, который держит очень хорошо за шнурки. Фонарик фиксируется на ботинке с помощью резинок, одевающихся под каблук ботинка. В передней части предусмотрен крючок для закрепления к шнуркам ботинок. Крепление крючка сделано таким образом, чтобы его можно было отцепить одним пальцем даже замерзшими руками или в перчатках. Скребок для автомобиля с подогревом. Автомобилисты знают, сколько неудобств в зимнее время доставляет обледенение стекла. Убрать его быстро проблематично, а ведь нередки случаи, когда нет времени дожидаться, пока лед стает. Поэтому тем, кто ценит свое время и комфорт, рекомендуется приобрести электрический скребок для автомобиля. С его помощью можно избавиться от льда, образовавшегося на автомобиле любого типа. Обычного автомобильного прикуривателя будет достаточно, чтобы его использовать. Убирает обледенение, совершенно не повреждая лобовое стекло и не оставляя на нем царапин. Powerbank-грелка. Небольшой по размерам и объему Powerbank, который весьма актуален в нынешнее время года, со встроенными элементами нагревания. Согреет руки зимой, зарядив вас теплом, а ваши гаджеты энергией, ведь это еще и Powerbank на 5000 мАч. Его можно носить с собой в кармане, положив под подушку в поезде, чтобы уютнее было спать. Температуру нагрева можно выбирать от 40 до 60 градусов. Подзарядить от банка можно смартфон, фотоаппарат, плеер и прочие устройства, поддерживающие USB интерфейс. Если ничего не заряжать от грелки и она будет работать только на обогрев в максимальном режиме 60 градусов, заряда батареи хватит на 3-4 часа. В более экономичном режиме грелка прослужит до 7-8 часов. Перчатки для сенсорных экранов позволят вам пользоваться смартфонами, планшетами и другими сенсорными устройствами в зимнее время, сохраняя ваши руки в тепле. Перчатки используют технологию, по которой в кончике пальцев перчаток вплетены специальные нити, которые позволяют вам без особых проблем пользоваться вашим iPhone или другими сенсорными устройствами. Они очень мягкие, и потому вы можете не беспокоиться о том, что поцарапаете свой девайс. Шапка балаклава. Представляет собой головной убор, который фактически соединяет в себе шапку и так называемую маску-чулок. Это своеобразная маска с отверстиями для глаз, носа и рта.
Балаклава идеально ложится под капюшон куртки, так как имеет простую форму, без каких-либо посторонних элементов. Данное изделие подходит совершенно всем. Такая максимально правильная по своим параметрам шапка отвечает всем требованиям качественного пошива. Она плотно прилегает к голове, закрывая при этом лоб, шею, уши и подбородок. Такая шапочка всегда будет актуальна в холодное время года. Ультрафиолетовые сушилки для обуви. Они являются уникальным изобретением. Они предназначены для использования в спортивной обуви, обуви для активного отдыха и повседневной обуви. Внутри каждого прибора используется двойное количество ультрафиолетовых ламп, что дает возможность уничтожить 100% грибков и других неприятелей. За время обработки всего 6 часов сушилка обладает ярко выраженным фунгицидным действием, также обладает дезодорирующим эффектом и устраняет неприятный запах внутри обуви. Регулярное использование данного прибора позволит не только уничтожить грибки, бактерии и запах, но и предотвратить их появление в обуви. Проектор, имитирующий рождественские огоньки, идеально подойдет для уличной иллюминации дома, а также для украшения больших помещений. Покрытие до 55 квадратных метров. Теперь вам не придется украшать гирляндами стены дома, тратя на это уйму времени и сил. Проектор имеет длинную подпорку, что позволяет использовать его как на почве, так и на снегу. Пригоден в любую погоду. Высокая степень защиты лазерной гирлянды позволяет использовать гирлянду даже в лютый мороз. Она не боится влаги. Система также обладает влагоустойчивыми свойствами. Ее можно использовать в любую погоду. Интересный товар для северных регионов страны. Гибкая пластина для подогрева масла в поддоне. Может использоваться для подогрева масла, топлива, гидравлики и других жидкостей. Быстрая и простая установка. Достаточно зачистить место установки, снять с пластины защитный слой и приклеить. Идеально подходит для легковых, среднетоннажных, грузовых автомобилей и спецтехники. Питание от сети 220, 24 и 12 вольт. Возможно, установка встроенного термостата на 40 или 90 градусов по Цельсию. Идеально подходит для установки на картер и блок двигателя, элементов гидравлики и трансмиссии, различных типов насосов. Покрытие пластин устойчиво к трению. Длина провода 210 см. Размер 9 на 13 см. Лепилка для снежков. С таким мощным оружием ваш ребенок будет непобедим во время зимних сражений во дворе. Противники просто не смогут к нему подобраться. Ведь пока они лепят один снежок, ваша гордость сделает целых 10 и даст такой огонь по противнику, что устоять никто не сможет. Все ребята во дворе захотят играть в команде с вашим ребенком. Лепилка доставит немало радости и родителям. Ведь теперь у вашего малыша будут сухие рукавички. А это значительно снизит риск появления простудных заболеваний. А вот и долгожданный конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, какая пора года у вас самая любимая и почему. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!